Привет всем, вы на канале Beer и Game, мы продолжаем проходить игру Люциус 2. Остановились мы с вами на том, что мы из детей сделали будущих каких-то убийц, да, вот маленький они новорождённый. Фредди Крюгер, Джейсон Вусхис, твою мать, огонь повсюду, что это, черт возьми с этим делать? Баночку можно встретить. Да пошли эти дети куда-нибудь надолго. Пускай растут и кокают всех людей, которые недостойны жизни. Джейм Гамп. Джейм. Ключи. Опять ключи. А, мы открыли? Непонятно. То есть она вроде бы открылась, но какой-то глюк. Шла вон нахрен отсюда. Что ты еще там обнаружила? Что ты обнаруживаешь? Сам спрячься. Иди отсюда нахрен. Ничего нет. Может и кокают? Сумасшедшая. Какая-то ходит вообще за нами. Кто ты вообще такая? Что тебе надо от нас? Буфетчица какая. Он посмотри на задницу. Вот, посмотри на труп. Побегай. О, смотри, бегай. Свалил? Да, ушла. А вон она, красная хрень. Так, ну здесь мы кокнули всех, правильно? Пойдем дальше кокать. Да, мы, значит, должны дальше выполнять наши дела какие-то, да? Какой там ку, да? Активные миссии. Найти информацию об этаже и получить доступ к хирургии. Да. Вот, и вызвать службу спасения, да, значит, у нас какая-то еще дверь была закрыта. Что у нас? Реанимация, кто-то нас заметил, только всем пофигу. 70-60, да, значит, мы можем кого-нибудь здесь еще убить. Дверь в реанимацию, замок открывается с пульта управления или ключом. А где пульт? Или ключ, да. Старушка нормальная. Что мы имеем, да? Мы имеем несколько запертых дверей. Слушай, а вот это что такое? Видишь, смотри, три. Что это мы использовали? Что это такое? Не знаю. 15, 14. Это какая-то хрень. У нас какие-то способности есть, но непонятно, как они влияют. Хрен его знает. Ой, смотри. Поплыло. Ну ладно, пойдем тогда нам... Хорошо, куда? Почему здесь заперто? Кого-то кокнуть надо, по-любому. Может быть, нам вообще сюда вот? Ломки, панель лифта, ломки. Ну, мы не знаем, что здесь делать, поэтому с лифтом. Я думала, может, воду там разлить и открыть эти лифты. Кто-то там бежит за нами и подскользнется, и туда прям уедет. Да, это долго. Не, ну я, конечно, не знаю так чисто, что делать, но... Хорошо, где у нас белая стрелочка? Пойдем что-нибудь там искать. А ее нет, понимаешь, двери просто закрыты, нам надо найти какую-то информацию. Вот здесь. Поэтому надо тут походить, сейчас осмотреть. Вот там кто-то сидит, да, вот здесь. Кто здесь сидит? Врач. Что надо? Ну, он нам ничего не делает. А, вот все, да-да-да. Опа, зверь. Давай его кухнем, или что с ним? Как его можно... А вот, забирай что-нибудь, может, на столе затырить. Можешь что-нибудь? Телефон годный. Там вода. Чем тебя убить-то? Ничего. Это... Что? Что я вижу? Ты видишь Люциуса, самого убийственного убийцу в мире. Ну что, выманить надо, выманить. Убежали. Чё, паника не началась? А жаль. Да, ух. Вот здесь кто тут у нас? Ух, хирургия. Так она нужна, хирургия, смотри. Хмынь, как тебе кокнуть? Так, канистра. С горючей жидкостью, которая загорается при высоких температурах. А у нас зажигалка есть? Мы можем ее разлить, кинуть и зажечь зажигалку, и труба ему сгорит. Ее причем никак не взять. А зачем брать? Ее? Ее надо кидать только. Вон, кирпичи лежат, видишь? Да, вижу. А зажигалка... О, чертик, а мы же его брали уже, ебал. Да. Только чуть не сохранила, что ли? Да, видимо, у нас. Вот, давай, кидай. Вот наша черточка. Теперь нужно зажигалку кинуть. Зажигалка, где она? Вот сейчас мудень пойдет, он сгорит. Зажигалка, где у нас? В инвентаре посмотри. Блин, хоть бы она была, ё-моё. О, есть она, вон она. Кидай ее нахуй туда. Давай. Кидай. Подожди, я не вижу, куда
Вот, прям туда. Гори, Хмэй. Еее! А чему ты подох? Мы аж сами подлетели. Как здесь? Ну, прям сила такая была большая. Сильный взрыв был. Так, хорошо, мы с этим справились. Вот мы уже совершили одно убийство. Наконец-то. Тихо, вызвал службу спасения. Мы сейчас ее еще вызовем или что? Фиг его знает. Давай возьмем деревянную эту штуку. Штуковину. И пойдем дальше, посмотрим, что Паша, там вообще. Одного кокнули, только нам это ничего не дало. Да. Чего? У него страшный чувак, который ждет кого-то или чего-то. Телефонная шалость может взбодрить его. А чего он ждет? Да нахрен ты нам нужен? Ну окей, причем по башне. Ух, какой-то быстрый. Паника. Ну ничего. Ну его... А что такое двойка? Ну где двойка надо? Что с тобой стало? Контроль разума. Ух ты, ё, смотри. Ух ты, смотри, мы что можем делать. А, ну только временно. Только временно. Понятно, вот что это... Пупок, дай что-нибудь деньги. Смотри, далеко. Хорошо, будем знать, будем знать. Может, нам того докторишку? Точно, давай попробуем. Взять, да? Что у него здесь лежит? Деревянный блок, да? Это фигня, да. Понятно, мы можем... Вот что мы можем делать. А, мы можем управлять, он откроет нам дверь, правильно? Смотри. Да, может быть, если не выключить. А у нас только трое. Подожди, что такое, что случилось? Что-то затормозилось так все. Ничего не затормозилось. Хмы, что ты скажешь? Ну дай-ка я троечку сходу. О, двойка. Блин, а почему недостаточно сильный? У него ключи. А, у него ключи. Водонагреватель, у него есть ключи от всех кладовок на этаже. Ну подальше-ка отойди-ка. Почему силы-то нету? Как тебя кокнуть? Телевизор. О, смотри, телевизор. Применить. Думаю, ты можешь посмотреть какой-нибудь фильм. Ломки. Хорошо, давайте сломаем телевизор. Он пойдет его делать, и мы его кокнем, или что? Не знаю. Блин, шуба обнаружил у нас. А, получай, какого хрена? Такого хрена. Чё ты сидишь, ты ёбал? Хорошо. Если мы... Ток идет, смотри, водичку, да? Водичку. Или даже, я не знаю, водичку, или что это такое? Канистры давай, проведем ток, давай. Ну, козлина, сейчас ты поджаришь. Давай. А тока нет, ужас. Чё, what the hell, what's going on, what the hell. Так ему что-то ничего не делает, смотри. Хмэй, нам тебя надо кокнуть. А как кокнуть? Давай баллоны поедем, поищем. Давай. Баллоны, что? Так, подожди, еще вода. Канистра для воды. Ф. Что это значит применить? Фигня. Сколько мы взяли? Взяли, да, наверное, воды? Черт, Вагнер где-то здесь лежит. Хорошо, где наши канистры? У нас имеется что здесь еще? Вот это тело. Можно ее притащить, кстати, чтобы они попаниковали. Мне нравится, когда они бегают. Ох, кто-то там скрипнул. Давай, смотри. Смотри на нее, смотри, какая она мертвая. Как раз твой профиль. Чего? Туда ему забомби. Все, паника. Где ты там? Блин, а он нам нужен. Паника, все, паника. Блин, нам его надо кокнуть. Блин, а бежит за нами, что? А, паникует, понятно. Давай баллоны возьмем, блин, кокнем его. Ну-ка, что, тройка. Блин, сила нет. Ну что, думаешь, давай? Думаю, что, наверное, сейчас будем что-то использовать. Сейчас, подожди. Сдох, что ли? Что тебе надо? Нам... Блин, опять это... Реанимация, вот это нам... Нужна вот. Эти большие дяди займутся тобой, пока не найдутся твои родители. Так, нам бы дефилибратор этот найти. Большие давай лучше дяди. Баллонами его, если они есть. Баллонов-то и нет, они могут у дворника быть, в общем-то, эти баллоны. Вот баллоны-то, ё-моё. Да.
Давай хмыря загасим, ключики заберем. Нам бы эту тетку загасить. А зачем она нам нужна? Ну ее нахрен, нам ключи нужны тебе, помнишь? Да, у нее тоже, по-моему, какие-то ключи есть. Где хмырь-то? Давай того мы загасим. У этого муня есть что-нибудь? Блин, обнаружение, бежим. Вот он здесь где-то был. Кто обнаружил, Валя? Кто там все обнаруживает, не могу понять. Да фиг с ним, это глюк какой-то. Никого нету, видишь? Угу. Где там этот мужик наш, паникер? Вот он, ой, хорошо. Вот он-то и обнаружил. Чувачок, тебе надо подохнуть, извини. Давай подальше, может, Катя. Он даже не понимает, чем дело. Еще дальше. Вот так вот попробуй. Или еще дальше. Да? Убей, воскресенье. Убери, да. Вот так вот, бомби. Надеюсь, по скорости один только, а не два. Получай. Точно получится? Смотри, я не знаю, попробуй, выйти. Там два баллона. Сдох. Да? Да. Отпускаем пока что. Иди отсюда, баллон, ты нам нужен попозже. Ключики. Так, вот у нас еще один трупик появился, так. Появились ключики. Давайте их спрячем. Пойдем используем где-нибудь. Баллончик у нас, смотри, что у него тут лежит. Ничего полезного больше нет, вроде нет. Вот мы еще одну вот, есть. Давайте ключики попробуем использовать. Ну-ка. Заперто. Хорошо, вот эти. Вот эти можно открыть, а тут у нас вот дефилибратор, вы... да, взрывоопасная канистра. Да. Забираем еще одна взрывоопасная. И вот этот дефилибратор. Вон там баночка. Вот что за баночка. Легко воспламеняющаяся канистра, тоже заберем ее. Там ничего больше нет. Так что, теперь на докторишке пойти? Может, баллон его загасить, того доктора? Кто руки моет у нас? Кто-нибудь моет руки? Нам да, надо вот сюда вообще пройти, в хирургию, наверное. Может быть, у него ключи есть. Может быть, а да. Тут только один докторишка, вот этот в белом халате остался. Где он там есть? Больше никого нет. Там эта тетка такая сидела в хирургии, да, у нее она... тоже вроде что-то. Блин, ну она одна, да, еще осталась. Вот здесь он, по-моему, был. Или подожди, нет, не здесь, или здесь. Ты куда... смотри по карте, видишь, где красные точки, там наш человек. А, вот здесь он точно. Вот он. Вот. И что с ним делать-то вообще? Кокнуть баллоном, наверное. Баллоном? Давай. Тогда о, давай. Это дифрю-брю-брю. Давай баллон тогда потащим. Какая музыка, да, хорошая здесь вообще? Музыка, конечно, очень релаксовая такая. Вот да. То, что мы здесь делаем, совсем не релаксовая. Скоро приедут все и увидят, сколько здесь трупов. Да. Хорошо, тут... быстро носится, время не теряется. Где там тележка-то? Тележка на колесиках. Уходим. Ай, бежим, бежим. Блин, ну крыса ты долбаная. Ничего там. Козлина. В туалете есть. Чего тебе надо? Ну? Вставай, мой мрец. Плоскогубцы. О, давай, вставай, вставай, вставай. Ну, голову получил. Давай, а нет. Блин, ну блин. Зачем ты мне сказал давай? Ну ты же видел, что он отходит. Попробуй водичку помыть, привлечь его. Тогда уже все, мы его не загасим. Баллона у нас нет. А его надо кокнуть. И ту, да. И ту кокнуть, и того кокнуть. Угу. Как же его еще кокнуть? Сюда что ли за... Что это? Таблетки. О, шум. Давай тогда кинем пончики с таблетками. Где у нас пончики есть? А у него вообще что-то имеется, как думаешь? У кого? У этого доктора. Я не знаю. У нас... Давай по... Да всех есть... убьем давай. Пончики с таблетками, ну да, и все. Подожди, у него какие-то ключи вот есть. Вот как раз, вот и хорошо. Соедини пончики с таблетками. Блин, держи. Да. Шел он. У нас должны быть пончики. У нас есть какой-то бутерброд, по-моему, вот это. Ой, давай с таблетками. Бутерброд, да? Да. С таблетками. На, сейчас ты сожрёшь.
Взять. Получи кющи, кющи, мои хорошие. Тихо-тихо. Кидай. Живи, гад. Сейчас он пойдет. Ну что ты там заклинился? Там не на что смотреть. Роботизированный. Бери, жри, как бы я сразу... Ой, хорошо, все. Кушай, кушай. Вкусняшка какая. Тихо, тихо, тихо. А мы посмотрим. Все, тебе конец. Кобздец, Петрович, ключики забираем, пойдем. Туда, куда нам надо. Забрали ключи. Посмотри, здесь все обшарено. Здесь, кстати, можно было вот этот дефилибратор использовать. Ну, забирай. Легко воспламеняющая канистра, что с ней делать, еще пока непонятно. Знать бы все способы, пойдем, это вообще можно было. Нам там где-то дверь была. Вот дверь эта, да, вот она. А что мы ее открыли? А какую? Блин, опять это сидит здесь. Вот здесь можно его использовать. Ну как ее сюда привлечь? Да пока не привлекай, давай ключи используем. У нее тоже что-то есть, кстати. Знаешь об этом? А, нет, по-моему, вон, какой-то ничего. Рычаг, видела, который дверь открывает, кстати. Ты можешь... Yeah. Да, вон, рычаг у нее. Вон он, видишь, краснеет. Его надо долбануть. Нет, она мешает. Ее хорошо. Надо выманить. Смотри, там еще была дверь, можно открыть ключом ее. Да, вот. То есть там сказано было... Вот она, ключ? По-моему. Все, мы ее открыли. А, ну, еще мы открыли. Все, мы зашли сюда. А вот еще одна хрень. Конец. О, отключаю его. Пациент. Еще 4 смерти. Вагнер! Да? Это его папашка этот, приемный. Прощайся, папаша. Ха-ха-ха. Наконец, все закончилось. Последний из Вагнера скончался, и теперь Лютус унаследует все состояние, накопленное семьей. Людей, которые бы знали... Людей, которые бы знали, кем на самом деле является мальчик, не осталось. Сила подземного мира возвращается к мальчику. Он стал ощущать, что скоро станет королем мира. Вагнер и труба. Все, а он... Чё ты там делаешь? Он похлопал. Пойдем. Шуба, валим. Мойморо. Теперь мы ему надо копнуть, и последнюю ее копнуть надо. Так может нам уже и не надо. У нас стрелочка появилась, мы сейчас вообще... А, ну пойдем. Пошли тогда, все, валим отсюда. Подожди, тащите меня. Пошли, тело. Это тело отнесем. А, мы ее отнесем, она запаникует, и там рычажок опустим, который так дверь... Так это рычаг, это, по-моему, дверь открывает. Подожди, не в сортир. Да, в сортир. Извини, папаша, все, ты уже скачал. Да, ты нас бил этим огнетушителем. Вот ей давай кинем, она сейчас паниковать будет. Нет, мы его не смогли открыть, по-моему. На, смотри. Тебе что, похрену, что ли? Вагнер, смотри. Может, хорошо, ладно, давай. Может, давай ее кокнем. Пончики есть у нас какие-нибудь? Нет, ничего. Тогда пойдем по стрелочке. Давайте пойдем по стрелочке. Перейдем уже на новую миссию. Наконец-таки. Ей, вообще похрену. Спасение, да? Вот бежим сюда. Блин, ну сюда. А здесь-то мы как пройдем? А, может, у нас ключи какие-нибудь есть уже? Уже пора бы открыть. В круголенах. Мы у главного доктора. Есть, мы у главного доктора убили, поэтому у нас ключи тут обязательно опа, должны. Опанзи. Ты кто? Уборщик? Да. А что у него есть? Так, у него есть здесь вот эти два баллона. А вот у самого... Канистры воспламеняющиеся. У самого уборщика что есть? Сейчас посмотрим, что у них есть. Так, инвентарь заполнен. Пока оставим. Пока оставим. Что, разлила? Разлила. Может, мудня поджечь вот здесь. О! Блин, она мне куда... У нас некуда, да. Я знаю, для чего они. Вот смотри, возьми ее. Прикоснись к ней. Смотри, у нас как только зелененькая появляется. Видишь, вот она для чего. Это энергия, по-моему. Угу. Мы подпитываемся огнем, понятно. Это что такое? Сердце какое-то. Давайте его отключим. Давай. Только что-нибудь... Пакет с кровью изменить. Измени. Непонятно пока, что делать. Вот а ты кинь в него что-нибудь. Хирургия, смотрите. А, ты кинь в него что-нибудь, и всё. Он от сердца питается, точно. Попробуй кинь в него. Возьми штучку, если получится. Давай попробуем взять. Ну что взять? Вот эту штуку. Давай возьмем нас их две. Взять. Да. Если получится что-то. Ни хрена. Тогда заберем ее пока. Мы потом поймем, что с ней делать. Сейчас мы просто здесь осмотримся для начала. Колба. Это штуковина.
Двери заперты, идет операция. Внимание. О, Мудин, сейчас мы тебя отключим. Прощайся, жизнь. Так, у нас здесь дефилибратор этот стоит, кран водопроводный. Мудин нас сейчас обнаружит. Ничего страшного. Вот этот я предлагаю вытащить в коридор. Давай вытащим. О. Вот его надо когнуть. Смотрите. У него есть ключи? Посмотри. Баллоны давай сюда притащим. Подойди к нему. Так, подожди. Он паникует, у него паника. Паника. Слушай, давайте. Просто к нему подойдем, если у него ключи какие-нибудь вообще. Ну, руки он не будет мыть. Ну, ничего. Надо тянуть нам, да, эту машину. Угу. Все, паникует. Давай, а что там такое? Так, а это что такое, интересно? Кровь какая-то, дверь. Открыть. Блин, у нас ничего нет. А, вот, мы можем кровь поменять. С отравленной кровью. Пойдем отравленную кровь поменяем. Да просто неси тогда похуй. Вот здесь. Прощайся. Все, вы уже не сможете никого лечить. Ох ты, нифига себе. Что с вами? Убийство улучшить. Все, теперь у них работы нет. Так, Мудня, что ли, кокнуть? А ты подойди к нему, есть у него ключики? То есть наведи на него что-нибудь. Где он? Что у него есть? Есть ключи. 5-8-3-3, да, у него есть. Там баллоны есть. Давай баллоны мы кокнем, пока он там вот бегает. Мы сейчас направим их. Пупок, ты что-то знаешь? Нет, он просто паникует. Вот баллоны. Вот сейчас мы давай его баллонами кокнем. А, да? Здесь, кстати, скользкая канистра есть у нас. Это что такое, канистра для воды? С горючей жидкостью, хорошо. Что, поджечь, что ли? А у нас зажигалка нет. Да, у нас зажигалка. Плохо, что здесь одна так, по одной штуке, да, все. Скользкая канистра взять. Да можно их выкинуть вообще. А что, мам, может поскользнуться, что ли? Да, я думаю, может быть, разлить ее. Давай. Только ничего не делается. Давай его баллонами кокнем. Хрен с этой скользкой канистрой. Давай еще разочек попробую. Мне просто все-таки хочется попробовать. Ее надо открыть как-то, понимаешь? Открыть. Тебе позволено находиться одному. О, смертоносная хрень, забирай. Блин, давай выкинем эту скользкую канистру. От таблетки... Выкинем. Забираем. Закрыть. Вот. Теперь мы это возьмем, потому что таблетки очень полезная штука. И теперь баллонами давай загасим фонаря. Это что такое? Легко воспламеняющаяся бутылка. Блин, нам это тоже нужно. Взрывоопасная кислота. Вообще крутые штуки очень лежат. Ну чего, будем кокать его баллонами? Давай. Только не этого. У этого ключи тоже есть. Да. Ну давай кого-нибудь кокнем. Ну лучше доктора. Вот его давай, если... Ну, лучше доктор, который в панике, потому что он что-то тут метет всякое. Ты думаешь, я успею его там надолго? А что панике пишет? Так, вот может быть, пока он... А плоскогубцы есть? Нет, а есть один. Так, у нас есть один шанс, да? Блин, он сейчас нас загасит. Вот его загасит. Подожди. Дурак, что ли? Иди отсюда, нахуй. Так, ты нас, пожалуйста. Да уйди так... ты отсюда-то, ё-моё, мудозвон, ты долбанный. Ай-ей, использовать линию жизни. Шкура, задолбал уже. Оглуши, чем тебя оглушить, нахуй? Спрячемся давай куда-нибудь. Пока он нас не видит. А, он уже пришел в себе. Вот, мудозвончик бежит еще один. Тихо.
Давай, долби меня. Давай. О, давай. Чего там нажимать? Е. Уходим. Сейчас опять вам. Как там же было, на что нажать? Е надо нажать было. То давай сейчас заново его. Что-то прицепился к нам. Ключ от операционной 2. И дворника надо кокнуть, и его обязательно. Ну, у нас только одни эти, кстати. Ну, хрен, если хотя бы у кого-нибудь кокнем, давай уж кокнем кого-нибудь. Е там надо нажимать или ну, что? Посмотри, что там нажать надо было. Мы же уже сколько раз кокали. Е. Плоскогубцы взять. Взять, что там? Сломать Е. Сломать Е, хорошо. Ждем. Давай, Муди, не выходи. А что ты не в панике? Сейчас запаникует. Ломки сломать. Он даже не идет сюда, ё-моё. Вот Муди не идёт. Ну давай, фигач. Нет, он сейчас уйдет уже. Ждем. Может, доктор сейчас выбежит? Доктор уже не в панике. Доктора мы можем оттуда сломать. Ну где ты там, товарищ уборщик? Кстати, у нас еще таблетки были, можно отравить что-нибудь, еду какую-нибудь. Да, можно было канистрами, нами заморачиваться просто, все. Она какая-то бесполезная. Ладно, сейчас прибежит. Давай иди сюда, что ты там? Ну, в угол посадил доктор. Бежал. Давай как-нибудь додвигаться уже сами. Там упрождён здесь. К доктору, да, пойдём. Где этот докторишка? Вон он. А и, у нас таблетки есть, а жрачка есть? Есть, наверное. Можно в кофе им подлить. Здесь кофе нет. Здесь кофе-то и нет. Жрачка есть? Что у нас есть? У нас есть это что такое? Пончики. Вот и отдавай им. Всё, сейчас крючки возьмем и до свидания. Ой-ой-ой. Так, нет, а мы тебе тут пончики несем, а ты... Муди, мы тебе такие вкусные пончики несем, которые ты откинешься. Кидай мне их. Жри. Да блин, ты... Да что такое? Я же убегала. Пошел ты, гад. Видели, как он Люциуса взял? Бедненького. Как нам взять ключи вот эти? Никак нет. И все. Вот эти пончики у нас здесь лежат. И баллоны, и пончики. Можно одного этим загасить. Вот, сейчас он возьмет эти. Кушай, хорош, кушай. Гад, пойдем в сортир на энергию. Вкуснята. А что у тебя черная фигня какая-то летит? Ключики забирают. Давай тогда еще этого кокнем. В сортире энергии, помнишь, где не была? Да, где? Там всегда энергия есть. А где? Где сортир? Осталось нам дворника кокнуть. Сейчас посмотрим. У нас какие-то ключи появились. Смотри, мы можем сейчас откинуться. Где наша энергия? Нет. Ох, зашибись. Крутая игра, вообще очень крутая. Давай теперь дворничка. У этого вообще паника там во всех местах. Смерть, представляешь? Прикидываешь, убили. Уходим. Поднимайся, поднимайся. Плоскогубцы заранее возьми. Да не, я все равно не смогу найти. Ты что это, по тюлени можешь говорить? Давай, бомби его на. Подожди, сейчас это... Ну блин, твою налево, а что ты ушел-то? Ты подозреваемый, да, мы видим это. Он куда-то ушел. Вот он идет, идет, идет. Да уберись ты восклицательный знак, долбанный. Поехали тогда к нему. Ну что ты там-то стоишь? Ну иди ты сюда. Может, он боится нас? Ничего не боится. Пошли просто к нему и все. Что там такое стучит? Тележка. Тележка стучит.
Вот твоя сейчас смерть будет. Мы должны тебя кокнуть, Фриц. Мы должны тебя кокнуть. Выходи. Кто там обнаружил нас? Вот он обнаружил. Давай. Второй. Е! А, нам не можем. У нас плоскогубца нету больше. Блин, жаль. Нет плоскогубца? Это что такое? Кофе. Кофе. Кофейный автомат. Ну-ка, а что если нам использовать? Взять? И чего? Кофеёк, что ли? А, пачка сигарет? А, пакет кофе, что ли? Угу. Все, тогда давай здесь закончим нашу серию, тогда все. Да, вот так вот. Жаль, прошли. Не получилось это мультик. Кстати, вот смотри, у нас же есть какие-то ключи. Я думала хотя бы добежать, посмотреть, что там за ключи. Ну, то есть то, что мы там открыли. Мы что-то открыли. Вот я же говорил, нужно было нам. Вот, мы, кстати, открыли вот эту дверь. Эту херь. А у мудака еще одни ключи, правильно? А нет. Во, смотри, куда мы пробрались. Сортир, дай манну. Здесь можно силу взять, да, немножко поднабрать. И здесь вот, кстати, смотри, тут вот сидят... этот мудень, да, где мы... Где его, мы... может быть, даже можно было и не убивать. Я так думаю, смотри, у нас здесь все двери открыты. Выбирай, не хочу. А того дворника так кокать надо будет или нет? А у вот непонятно, у него есть ключи, но у дворников ключи обычно от всяких там... Сортиров. Да, то есть от сортиров, от этих... Ух ты, и это открыл. Да, да, главное это главврач этот, чтобы был. Вот здесь мы были, да. Ну вот так вот, теперь смотри, все двери-то открыты. Хорошо, стрелка у нас теперь появилась. Все. Можно зайти. О, ключики зашибись, смотри. Крест. Кто там опять крест. Появился? Где крест, он? Крест вон. Давай крест проносится. Получай. Давай, чем бы в него запульнуть? Бан вот этой? Такой. Все равно мы ее сможем забрать. Все, берем. Что у нас, пачка сигарет? А, пакет кофе? Откуда он здесь? Можешь банку забрать. Ну, стрелка белая у нас появилась, так что дворник нам не нужно было, оказывается, наверное, все-таки. Так что все, здесь мы закончим нашу серию. Подписывайтесь на канал, ставьте в руку ВКонтакте, комментируйте, делайте всем дочек, отлично, наше спождение. Пока!